Артемий, давай сначала с победой поздравляем. Много атак сегодня через твой фланг шли, но ты там хорошо справлялся, многие замечали твою отличную игру. А насколько тебе было сложно сегодня играть против атаки Академия БФФ? Как тебе вообще игра удалась, не удалась, как сам считаешь? Ну, считаю, что игра удалась. Много моментов создали, что одна, что вторая команда. В первом тайме было много моментов, не реализовали, во втором тайме был хороший штрафной, после него реализовали и хороший гол забили второй. Смотри, у нас получается два гола, два первых гола пришли со стандартов, два штрафных. Можем ли мы говорить, что это свидетельствует о примерно равных силах команд, о том, что сегодня на поле встретились две примерно одинаковые команды? Ну, да, была игра равна. Ну, хорошо исполнили стандарт, что одна, что вторая команда. Вот. По приему, как тебе в Минске, как этот турнир, который вот только для тебя этот этап начался именно в Беларуси? Ну, вообще, твои ощущения? Ощущения супер, организация тоже хорошая, приняли очень тепло, все хорошо.